Ну а в следующем году отправной точкой волны здоровья можно сделать Саратов. С таким предложением выступил глава региона на встрече с участниками акции. Валерий Радаев подписал соглашение о сотрудничестве с Добровольным физкультурным союзом и отметил, что во дворе каждого дома должны быть территории со спортивными снарядами, где все желающие могли бы в любое время потренироваться, сделать гимнастику и приобщиться к здоровому образу жизни. У нас вот одно из муниципальных образований, Энгельское, как раз депутаты приняли для себя решение, что каждый депутат по своей территории по максимуму сделать мини эти спортивные площадки нестандартные, ну что, можем подтянуться, брусья, там еще какой-то элемент. Это очень, очень важно. Через вот такие подходы мы совершенно будем обладать другим потенциалом.